Мы многодетная семья, зарубежная Луганская область. Когда началась война, мы находились в городе. Мы продолжали там быть еще месяц под этими всеми бомбежками. Когда мы бежали, мы видели страшные картины. Везде все взрывалось, горели дома, лежали люди мертвые. Мы, если честно, еле спаслись. Сейчас мы находимся в Закарпатской области. У нас четверо детей. 15, 9, 9 и 1 годик. Когда стреляли, детям было очень страшно. Да, ну, в принципе, не только детям. И нам было очень страшно за жизнь наших детей. Спасибо большое людям, которые нам помогают. Ну, этого, конечно, не хватает, потому что чуть-чуть до войны мы жили по-другому. Мы работали, стремились к лучшему, все для детей. Ну, агрессоры нас всего лишили. Очень надеемся на вашу помощь. Спасибо большое. До свидания.